Ошибки худеющих. Ошибки худеющих. Первое. Вера в то, что существуют волшебные таблетки или порошки, которые помогут похудеть на 10 килограммов за пару недель. Второе. Кушать 2 яблока в день и выпивать 1,5 стакана воды в день. Номер 3. Отсутствие спорта или незначительной нагрузки. Четвертое. Худеть на время или к празднику. Я сажусь на недельную диету. Встреча одноклассников. Знакома? Похудеете вы за неделю на пару килограммов. Что это вам даст? Ведь если вы не продолжите следить за питанием, эти килограммы вернутся. Пятое. Наполеоновские планы. Никогда не ставьте цель похудеть за месяц на 10 килограмм. Шестое. Считать, что худеют те, кто голодает. Нет. Нет и еще раз нет. Чувство голода – это враг худеющего. Запомните, кушать надо не реже 5 раз в сутки, а лучше 6. Маленькими порциями, только полезную еду, обязательно с перекусами, но голодать нельзя. Седьмое. Никогда не отчаивайтесь, у вас обязательно все получится. Если вы сможете скорректировать свое питание и заняться спортом, это закон. Никогда жир не устоит перед снижением калорийности и хорошими тренировками. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч!